Олимпийские игры уже давно стали событием не только спортивным, но и модным. Именитые дизайнеры буквально борются за право одевать сборную. В России эта честь досталась бренду за спорт. Сегодня на ВТБ-арене прошла презентация экипировки, в которой российские атлеты выступят на зимних Олимпийских играх в Пекине. Благодаря комиссии спортсменов мы все вместе начали создавать коллекцию и вдохновлялись мы в первую очередь нашей страной. А также, когда мы летаем на Олимпийские игры, мы, естественно, вдохновляемся той страной, где это будет проходить. Китай мы тоже вдохновились Пекином, взяли цвет цин, это зелено-бирюзовый цвет, который переводится силой энергии. Это один из моих самых любимых цветов, поэтому я и сказала тоже, мне, пожалуйста, всю форму в бирюзовом цвете. Очень комфортно, очень тепло и, ну, красиво же, согласитесь. У меня самый главный образ, который, в принципе, считается самым главным в Олимпийских играх зимних. Он используется именно в вручении наград, поэтому это большая честь. Если честно, у меня Россия ассоциируется с синим цветом. Поэтому, мне кажется, все попало. Можно спокойно в жизнь в этом свитере ходить, в бомбере. Мне кажется, это очень круто, что не только для спорта, не только для спортсменов, а в принципе для обычной жизни тоже очень круто. Так как это зимняя Олимпиада, главное, чтобы было тепло, комфортно было тренироваться, комфортно было передвигаться до тренировочной базы, до соревновательных выступлений, также в деревне. Это должно быть комфортно. Ну а мы желаем, чтобы эта стильная форма принесла нашим спортсменам удачу.